Как дела, моя девочка? Чем занимаешься? Где ты находишься? Кит, ты маму мам? Привет, ребят, с вами Шторм. И допустим такая ситуация. Вы накопили 50 миллионов и хотите купить какой-то бизнес. И сегодня я расскажу, куда лучше потратить деньги. Есть два способа. Если вы хотите играть много в сампик, то покупайте кирку. Если вам лень играть, вы хотите, чтобы денежки хоть и медленно, но и шли к вам, то ложите эти деньги на депозит. Но, чтобы положить 50 мультов, вам нужно купить титан випку. А для этого нужно донатить, либо играть и проходить реварды. Ну, давайте, допустим, я выбрал другой способ и купил кирку. У нас на сервере она стоит от 50 миллионов. Конечно, можно найти подешевле, но в принципе ничего страшного. Потому что мы ее, я думаю, окупим довольно быстро. И вот, ребят, допустим, у меня сейчас 0 виртов, я прибежал на шахту, и давайте поработаем час и узнаем, сколько я смогу за час ночью заработать на этой работе. Ну что, полетели. Итак, ребят, я засекаю. Кстати, пока я буду работать, хочу вам сказать, что у меня проходит розыгрыш. Розыгрыш на 15 миллионов на Arizona RP Press Code. Ссылочка в описании на ролик, либо вот здесь вот будет подсказочка вверху. Поэтому, ребят, переходите. Реально, 15 миллионов на Press Code получить может каждый из вас. Поэтому как-то так, а мы начинаем. Итак, ребят, поработав час, честно, я удивлен. Я нашел довольно много ресурсов, ребят. Мне удалось заработать вот столько ресурсов. Сейчас вы видите на экране цены и сколько в итоге я заработал за час, ребят. В принципе, ребят, это офигенная сумма. И то есть с такими темпами кирку я куплю очень быстро. И потом буду идти только в плюс и в плюс, ребят. Поэтому советую вам покупать кирку, либо грабли. В принципе, грабли они даже стоят дешевле. Ну, в принципе, сумма почти такая же, одинаковая. Ну, в принципе, это работа шахта. Это не просто работа. Здесь можно как и вам за час выпасть куча бронзы, куча золота, куча серебра. Так может вообще ничего и не выпасть. Поэтому, не знаю, все делать вам, ребят, но мне эта работа очень нравится, и особенно с киркой, кирка очень выгодная, ребят. Всем советую, подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте, ребят, вот такую вот штуку еще. Когда на моем канале, если до конца лета вы добьете 700 подписчиков до конца лета, а осталось там месяц всего лишь, ребят, я разыграю кирку. То есть добивайте 700 подписчиков к концу лета, кирка ваша. Все в ваших руках. Всем спасибо. Всем пока.